Фильтр CarStation. Я его тоже абсолютно случайно нашел на новосибирском прилавке одного из магазинов. Тут явно указано, что он сделан в Южной Корее. У него нет как такового внутреннего своего артикула, но есть привязка к оригинальному номеру Toyota 909-15-10-03. Знаете, меня всегда пугают такие фильтрующие элементы маленькие, потому что, как правило, как показали наши эксперименты с водой и так далее, они показывают себя не очень хорошо в процессе этого эксперимента водного. Ну, посмотрим, конечно. Фильтр сделан очень плохо визуально. Во-первых, ну, мало того, что он маленький, совсем крошечный, давайте сравним его с VIC, например, с тем же самым, да, видим, что он меньше на 1/4 части. Так еще и он сделан изначально криво, видите, какие тут оплошности допущены, да, в производстве. Очень тщедушный, сами видите, да, что на скручивание реагирует прям на легкое. Отслоенные внутренние части, видите, металлическая трубка, она уже изначально отслоена, не проклеенная клеем, что недопустимо на самом деле, потому что должна быть она проклеена плотно и четко. В общем, фильтрующий элемент очень плохой и тщедушный. Нажимается, причем на закус, вообще не нажимается. Видите, вот я нажимаю на одну из сторон, вообще не нажимается. Нажимается только, нажимаешь в определенном месте, что неприемлемо на самом деле, абсолютно. Вы знаете, это, наверное, самый плохой фильтрующий элемент, который я видел на последних обзорах вообще, включая TopFill, включая SCT и так далее. Противодренажный клапан. Очень тонкая, почти бумажная какая-то резина. Мне кажется, она должна замерзнуть. Форму не держит уже сейчас при комнатной температуре. Прокладка нижняя вытаскивается плохо. Это очень хорошо, потому что случайно не выпадет. Ну, резина очень жесткая, дубовая, такая прям кондовая резина. Вот, за визуальное исполнение, как фильтр этот сделан, как этот элемент фильтрующий сделан, я ставлю ему максимум 3 балла от силы. И то с натяжкой, может быть, потому что между двоечкой и троечкой. CarStation. Противодренажный клапан. Сами видите, тут комментарии излишние. Это уровень гринфильтра, вернее. Очень жесткий, прям конкретно. Прокладка. Ну так тоже средненькая. Ну, блин, максимум 3 балла, не больше. CarStation. Ну, к моему огромному удивлению, фильтр не разрушился, хотя я ожидал того же самого, что и от TopFill, потому что фильтрующий элемент сделан просто реально ужасно. Видите сами, да, что он отслаивается внутри сам уже изначально. На скручивание очень плохо себя ведет бумага, она размокла абсолютно. Никудышного качества, конечно, элемент фильтрующий, но сама бумага шторы при этом не разрушилась. То есть она пропитана, по крайней мере, уже это является плюсом. Но поставить ему больше 5 по 10-бальной шкале я не смогу, конечно, потому что все-таки сделан он не очень хорошо.